Мы думали, что это? В конце концов, предлагаем рассмотреть вам на рассмотрение такое название, как пляж Буковина. Сегодня любой плавательный бассейн, который работает в стране, спортом, соревнованиями занимается, время на соревнования проводится от 5 до 15%. Время тренировок занимает, спортивных тренировок, здесь тоже от 20 до 50%. Все остальное это жители, это программы оздоровительные. Как раз момент, который вот имеем возможность сделать многофункциональный комплекс, сезонный. Это принципиально сезонный. Потому что если его накрывать, это очень дорого, а содержать открытый тоже очень дорого зимой. Поэтому предложение рассматриваем вам, пользуясь компетенциями специалистов по управлению, по строительству, говорим, что лучше вам иметь на сегодняшний день городу сезонный спортивный бассейн, который будет работать всего 5 месяцев в году. Итак, функции этого же комплекса. Соревнования, тренировки, городской пляж, вечерний отдых и развлечения, и ночной кинозал, и виды спорта. Плавание, водный поло, синхронное, вейкбординг. Это такой спортивный вид, очень активный, сегодня развивающийся в стране. И возможно его проведение в плавательном бассейне 50-метровом, принципиально. Ну и дальше прошли активности. Детская анимация, аэробика и так далее. Концерты. Концерты – очень интересная вещь. Мы такой проект с Федерацией плавания реализовала в Ялте, кстати. Где одновременно плавательный бассейн, он же пляж, он же спортивные сооружения и он же вечернее место для отдыха. Ну и ночной кинозал. Это новый вид развлечений, когда все эмоции проявляются, зная, что может из воды ночью вынырнуть акула. Это такое шоу. Это тоже, кстати, деньги. То есть, как работает бассейн? 24 часа в сутки воду нужно очищать и обеззараживать. Это такая домна в спорте. Нельзя его выключить. Теперь задача управляющей компании в эти 24 часа максимально насытить клиентов. Как это сделать? Вот предложение. От вас зависит. Хотите, делаем. Не хотите, не делаем. Дальше. Бюджет реконструкции, учитывая все, в том числе и зону ресторана, 22 миллиона. Мы сейчас не говорим о способе инвестирования, потому что здесь есть варианты. Мы на рабочих группах обсуждали. Здесь есть вполне возможно деление этого бюджета на частичное финансирование городом и частичное привлечение компании инвестиционной. Или другие варианты еще есть. Поэтому здесь мы говорим сегодня, как оно должно работать. Следующий этап – будем работать над привлечением инвестиций.